вы понимаете, друзья, звонок в 10 вечера не каждого обрадует. Особенно, если вы устали и только-только пришли. Только успели выпить кружку чая. И вдруг звонок. Помогите. Такой звонок прозвучал, когда мне сказали, что двое ребят нашли раненую собаку. Она лежит под деревом, и у нее окровавленный бок и лапа. Мне повезло. Ехать самой не пришлось. Ребята были готовы привезти сами, только спрашивали, куда. Разумеется, я сразу созвонилась и дала ребятам адрес, куда ехать. Я благодарна этим ребятам. Благодарна за то, что они не прошли мимо раненой собаки. Благодарна за то, что, потратив свое время, они привезли ее в приют. А дальше начинается уже история черныша и о том, что мы выяснили, осмотрев его раны. Они кидаются на людей, их стреляют, даже бабки их бьют, блядь, палками. На ухе, что ты там? Что это, пёс? Ну, по-моему, пацан. Что-то по морде так. А, вон, вижу, да. И там вот под лапы тоже у него. Так, дружище, как же тебя забирать-то? Первое впечатление было, что пес напоролся на сук или подрался с другой собакой. Мы обработали бок, пытались осторожно ощупать рану, чтобы помочь омыть. А потом я нащупала рукой что-то там внутри, под кожей. Причем нащупала не на боку, а на голове. Когда случайно, успокаивая, погладила собаку и зацепилась за что-то. Осторожно ощупала несколько раз. И до меня не сразу дошло, что это пуля. Что у ребенка в голове пуля. А когда мы полностью обработали место, оббрили, то увидели, что рана небольшая. И уходит она под лопатку. А вот кровь из ребенка продолжала течь все больше и больше. Как могли, ребят, закрыли, остановили, замазали. Седеной песик. У него две пули. Одна в голове под кожей, вторая в области позвоночника. В области позвоночника, в области лопатки. Она сейчас пока свищует. Сейчас нужно 3-4 дня начать антибиотики делать и промывать. Ну, потом как бы смотреть. Скорее всего, так как она свищует, придется ту, которая под лопаткой, удалять. Ну и заодно и которая около лба тоже. Чернышу повезло. Чернышом его назвали чисто случайно, так как привезли его, когда в стационар поздно ночью. На приеме никто не знал его имени и написали «Черныш». Это уже потом ему дали имя «Мираж». Но он так и останется у нас «Черныш-Мираж». Мы не знаем, какое имя приживется. Главное, чтобы пес нашел семью и был счастлив. Thank you.
Thank you.